всех на своем канале, с вами Неона Неко, и сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Ну что ж, давайте приступим к вопросам. И первый вопрос, который меня немного достал, это где скачать Paint to Sai? Эти вопросы везде, я знаю, понимаю, он нужен, этот Paint to Sai, но я как-то потеряла ссылку. Ну, пошарившись по сайтам, все такое, я нашла ссылку на Paint to Sai. Все в описании. И да, тогда, когда я начала рисовать Paint to Sai, я не сама искала ссылочку. Мне скинул ее очень хороший человек. Так что спасибо тебе большое. И следующий вопрос, который мне задают очень часто. На чем же я рисую? На графическом планшете или все-таки это мышкой? Нет, ребят, это все нарисовано на графическом планшете фирмы Vacuum. А модель можете увидеть сбоку. Следующий вопрос звучит так. Скажи, что за белая гелевая ручка? Вот она. Это есть вот эта белая гелевая ручка. Написано на ней Flower Scotch Pen. Ну ладно, не буду вас мучить. Ссылочка также в описании. Продолжаем рубрику различных вопросов, чем я рисую и где. Следующий вопрос это, что это за кисточка такая, которую я рисую акварелью? Эта кисточка называется Aquabrush. Я заказывала ее на Алиэкспрессе, ссылочку я также оставлю. И еще один часто задаваемый вопрос у меня в комментариях. Это какие настройки у моих кистей? Настройки кисти вы можете увидеть сейчас на экране, в какой программе я записываю видео. Эта программа называется OBS. Она бесплатная, легко настраивается. Меня спрашивают, а что если нет графического планшета? Рисуйте на бумаге, фотайте и обрабатывайте в Sai на векторном слое. Мне говорят, делаю уроки по рисованию. Но я не знаю, я не такой профессионал в этом деле. Меня люди просят, а я не знаю, что именно сделать. Так что, ребята, давайте под этим видео наберем 40 лайков и напишите в комментариях, какой же сделать туториал. Ну что ж, я выбрала некоторые вопросы. Видео получилось небольшое, но я думаю, что я вам помогла некоторыми ответами. Так что не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и ждать новых видео. А с вами была Неона Неко. Всем пока!